Шилаев Антон Стефанович, герой Советского Союза, родился 17 января 1924 года в поселке Ольшанский, ныне Орловского района, Орловской области. Командир отделения 84-й отдельной разведывательной роты, 42-й стрелковой дивизии, 49-й армии, 2-го Белорусского фронта, старшина. Окончил ремесленное училище в городе Кирове, Калужской области. Работал токарем на чугунно-литейном заводе. С действующей армии с августа 1941 года в составе 42-й стрелковой дивизии назначен командиром отделения разведчиков. Участвовал в Смоленской и Белорусской наступательных операциях. В 1945 году был демобилизован и вернулся в город Киров. В 1947 году переехал в Тульскую область, где стал работать в горной промышленности. С июля 1947 по осень 1974 годов работал на шахте «Западная», Треста Щекин Уголь, начальником участка, горным мастером, главным инженером шахты. Участвовал в общественной деятельности, избирался кандидатом в члены ЦК профсоюза угольной промышленности РСФСР, депутатом Тульского областного и Щекинского поселковых советов, народных депутатов. В 1975 году переехал в город Киров, Калужской области. Скончался 16 июля 1976 года. Похоронен в Кирове, Калужской области. Его именем названа улица и школа номер один в городе Кирове, Калужской области. Средняя школа в городе Щекино, Тульской области. В Кирове на здании Кировского чугунолитейного завода ему установлена памятная доска. Проявил героизм в ходе подготовки и проведения восточно-прусской наступательной операции.